Неделю назад я прикопала семена морковки вот в эту бадью. Сегодня я посажу тоже в эту 30-литровую бутыль. Семена морковки, смотрите, как набухли. И я не очень сырую землю делала. Они сухие. Просто сейчас вот я сделала такие бороздочку. Вот так вот вокруг присыплю, как сольку. И посажу в 4 такие бадьи. Это у меня борьба с мышами. Что получится, будем наблюдать. Всем пока-пока.